гамак тропический рай. Слушай, это правда рай. Я сейчас в раю. А вы, дорогие телезрители, хотите точно так же наслаждаться природой на улице, спать, как это приятно? Звоните и заказывайте. Интересный поворот событий, друзья мои. На ее месте должен был быть я. Но я хочу тебе сказать, собственно, как устроен этот гамак. Во-первых, это очень экологичный продукт. Дело в том, что здесь использовались только природные материалы. Конечно же, хлопчатобумажная ткань и вот такие вот деревянные ставочки. Многие наверняка спросят, зачем здесь еще вот это вот дерево, друзья мои. Но это необходимо для жесткости каркаса. Потому что если бы их не было, гамак бы просто так сложился, и Ольга у нас лежала бы как бабочка в коконе. Вот именно как раз-таки вот такие деревянные ставки и дают возможность здесь вот лежать с комфортом, потому что ширина этого гамака 80 сантиметров, а это значит, что вы с удовольствием разместитесь в этом гамаке и будете себя в нем чувствовать просто великолепно и будете отдыхать. Вот я сейчас представляю себя на даче. Яблони мои две, я вот их закреплю. Кстати, на яблони можно закрепить? И на яблони, и на вишни. Как вот подвязывать? Расскажи, пожалуйста. И на сливе. Я, конечно же, расскажу, друзья. А я помечтаю. Вот в этом гамаке есть, во-первых, вот такая вот очень крепкая система крепления. Вот такие веревки, и они все соединяются вот такой вот узел в такую петлю. Вот как раз таки эта петля, да, можно эту петлю привязывать либо веревками к деревьям, либо использовать какие-то вот крюки, которые также могут, собственно, вам помочь в этом вопросе. Здесь специальное крепление, оно не дает разойтись этим веревкам и надежно удерживает гамак. Кстати, этот гамак выдерживает вес до 100 килограмм, друзья мои. Я считаю, что до это очень килограмм, да? Хороший, да, это очень хороший запас по весу, и поэтому в этом гамаке с удовольствием разместится любой взрослый человек. Будет отдыхать и хорошо себя чувствовать. И, кстати, если вы обратили внимание, что у нас в ассортименте различные цвета, и этот гамак просто будет дарить вам эстетическое наслаждение, кроме, конечно же, отдыха и удовольствия, и украсит вашу дачу. Скажи, пожалуйста, вот какие параметры, размеры? Я вот очень комфортно здесь расположилась. Дорогие телезрители, даже могу ручки в разные стороны распластать, ноги. Вы посмотрите, какой широкий гамак. Сколько здесь сантиметров? Да, широкий 100 сантиметров. 100 сантиметров и в длину 200. То есть ты представляешь, что даже высокий человек может, собственно, в этом гамаке очень хорошо разместиться. А если еще дополнительные вот эти вот веревки мы будем учитывать, то, конечно же, 280 сантиметров. Ты представляешь, что это, мне кажется, это хорошие размеры для того, чтобы могли разместиться здесь люди. Поэтому, друзья, вот этот гамак будет хорошим подспорьем на вашей даче. Но вот я хочу обратить ваше внимание, конечно же, что вот эта подставка не идет в комплекте. Мы ее здесь установили для того, чтобы продемонстрировать, как легко и с комфортом вы можете в нем отдыхать. Вот сейчас я представляю себя на даче под яблонями. Я ухаживаю. Да, вы знаете, вот после тяжелого рабочего дня на даче мы постоянно, конечно, чем-нибудь занимаемся. Занимаемся своими высадками, ну, например, это помидорчики, огурчики, растения, за ними тоже нужно ухаживать. Но нужно позволять себе хотя бы ненадолго расслабиться. И вот представьте себя в тени своих роскошных деревьев. Вы отдыхаете на воздухе, как это приятно, немножко укрылись и вздремнули, заснули, птички поют. Я уже отдыхаю. А вы еще думаете? Дорогие телезрители, думать просто некогда. Готовимся к дачному сезону уже прямо сейчас. Яркий, солнечный, тропический рай у вас в саду. Как это прекрасно. Я тебе еще хочу рассказать, что вот многие любят летом в хорошую погоду отдыхать на открытом воздухе, как Ольга правильно сказала, друзья. Но раньше как делали? Либо какое-то там одеялко расстилали на почве. Это не всегда, скажем так, комфортно, потому что почва может быть влажная. Либо брали раскладушки. Ну, представляете, раскладушку взять, собрать, засунуть в машину и попытаться перевезти на дачу. Вот сейчас этот вопрос просто решен на все 100%, потому что, смотрите, в сложенном состоянии, вот такой компактный этот гамак, он небольшой, его просто взять нужно и скрутить вокруг вот этих вот деревянных направляющих, и у вас получается вот такая маленькая практически упаковка, и эту упаковку можно положить в автомобиль, и причем, я думаю, что в багажник уместится даже
не один такой гамак, друзья мои. Поэтому наверняка у вас семья большая, и муж, и жена, и ребенок, и каждого человека можно в этот гамак с удовольствием уложить. Поэтому приобретайте сразу два, а то, может быть, и три таких гамака, развешивайте их на вашем участке и отдыхайте в комфорте и в удовольствии. Алеш, так он же мобильный, я сейчас просто, меня идея осенила. Представляете, дорогие телезрители, можно его брать с собой. Например, вы собираетесь на пикник. Конечно же, расположились уютно на травке, но хочется немножко вздремнуть. Это возможно сделать с нашим гамаком. Захватите его с собой, прибежите к деревьям, найдете такое укромное местечко вдали от суеты. Ой, не забудьте укрыться, и все, в царство к Морфею, на свежем воздухе. Птички поют, как хорошо. Я хочу показать, как это все собирается. Очень легко. Допустим, вы когда сняли этот гамак с петель, вы потом просто собираете его вот так вот пополам, так, чтобы вот эти вот направляющие деревянные были рядышком. Ну, а дальше все очень просто, Оля. Мы берем и вот так вот скручиваем этот гамачок, и он как раз-таки принимает вот эту свою транспортировочную, я так называю его, форму, когда можно все это взять, положить уже в багажник и спокойно отвезти домой, либо куда-то еще. Мобильный гамак, который всегда будет с вами. Вам захотелось немножко остановиться и насладиться сном? Нет никаких проблем. Доставайте свой гамак, удачно его закрепляйте, ложитесь, отдыхайте, наслаждайтесь природой. Итак, еще раз хочу напомнить про этот гамак, друзья мои. Ширина 100 сантиметров, длина 200 сантиметров, вместе с петлями 280. Веревочное крепление очень надежное. Используется деревянная вот эта направляющая, которая не дает гамаку схлопываться. И, конечно же, все это заканчивается вот такой мощной крепкой петлей, которой можно привязать веревку, либо использовать специальные крюки. Кстати, ухаживать за ним очень просто. Так. Его можно стирать в холодной воде. Постирала, повесила опять, он высох, и опять можно им пользоваться. Расскажи, пожалуйста, знаешь, вот я такая лентяйка, на даче гамак, вот если дождик пойдет, да, часто такое бывает, нежданно, негаданно, а он может у меня постоянно вот так висеть, даже под дождем мокнуть, а потом высыхать, если ничего не случится. Да, он может намокнуть, и потом, когда солнечная погода опять восстановится, он может высохнуть под прямыми солнечными лучами, и ты вновь можешь этим гамаком пользоваться для своего удовольствия. Это еще хлопок, раз... не забудьте, из хлопка сделан наш гамак. А я, и это сразу с самого начала подчеркнул, что здесь все природные материалы, друзья мои, хлопок, дерево, и поэтому это экологичный материал, это экологичный гамак, экологически чистый. Вы будете просто в свое наслаждение пользоваться этим гамаком, да и к тому же, еще раз подчеркну, три разных расцветки в ассортименте. Это будет просто гамак самым настоящим украшением вашего садового участка, ну и к тому же, это не просто украшение, это еще тот товар, тот гамак, который позволит вам отдыхать в комфорте и в наслаждении. Релакс с удовольствием. Если это гамак, может гамак, тропический рай. Сделайте себе, устройте себе рай, кусочек рая. И вы можете с удовольствием проводить ваше свободное время. Вы на него ложитесь, отдыхаете, читаете книгу, слушаете музыку, да, я не знаю, делаете селфи, фотографируете, все что угодно. Потому что это самый, я думаю, считаю, отличный вариант для отдыха на вашем дачном участке. Такой вот гамак, который просто станет самым отличным подспорьем для отдыха. Это раз, можно в нем спать, отдыхать, можно просто, я не знаю, приятно проводить время. Выдерживает до 100 килограмм, длиной 200 сантиметров, шириной 100 сантиметров. Поэтому с комфортом, я думаю, в этом гамаке уместится любой человек.